В Аргентине обожают свое танго, и нередко в их кафешках на площади и в столице Буэнос-Айрес устраивают массовые аргентинские танго. Магазины продают дешевое натуральное аргентинское вино от 30 рублей за литр в огромном выборе. Аргентинские проспекты утопают в цветущих деревьях аргентинской жакаранды с ее синим цветом и розовой сейбы. Что можно будет еще увидеть в Буэнос-Айрес? Это одно огромное тысячелетнее дерево фикус. Очень красиво будет на набережной Буэнос-Айрес. Хорошая погода, не жарко. Вообще очень большой и красивый город. Я думаю, можно будет вернуться.